Так. Привет. Ты на канале Кики. Первые клипы артистов. Данный ролик был у меня на канале пару лет назад, но его заблокировали за авторские права. Это вы уже заблокировали снова за авторские права? А, из отрывки. О, слушай, да. Даже не обнаружил авторские права. А в конце ролика можешь перейти в специальный плейлист и посмотреть эти клипы уже целиком. А если этот ролик наберет 1000 лайков, я сделаю потом. Набрал. Набрал, смотри, полторы. И вот наш еще один. Помогаем. Ну что ж, приступаем к этому. Мы сразу 100 штук ставим. За раз. Далее. Так, LJ. 15-й год? Да. В смысле, он только в 15-м году появился? Да. Так недавно? Да. Серьезно? Прикинь, да. Охренеть, так быстро стартанул? Да. Получается, он уже... Нет, у него были песни обычно. Видишь, вы первый клип, видимо. Ну и что? Ну, то есть, как бы начал набирать популярность? Совсем другой образ. Какой? А, ну, другой. А, наставит мужу рожков. Греет. Любовью своих пирожков, да. Ого, Лорак с 96-го года. Вот. Слушай, смотри, у него Лорак даже, вот смотри, как лицо выглядит. Менее как будто какое-то с пластиком, мне кажется, нет? Или такое же? Хотя тут сложно сказать, тут черно-белый фильтр. Да, слушай. Просто моложе немного. Вот другое лицо. Ну, другое какое-то, да, ощущение есть? Да. Хочу любви. О, 2007-й. Да, это бля, жесть. Легендарный год. Он тоже все был на телефонах. А ты боишься? А это «Время и стекло» в 2009 году существует, 2000 года, 2009? Стрит Кингс совсем... Знаю. Да, у них совсем другие были песни. Я только знаю вот это вот. «Имя любимое мое». Вот это все. Ой. Смотри, у него сколько музыкальной карьеры уже. Больше 10 лет, между прочим. Хорошо, что мы не знаем этого. А «Елка» в 2004 появилась? Я думала, раньше. А я тоже не знаю. Я тоже не знаю. Ой. Это чисто-чисто такой, я знаешь... Я Рома Жоу. Нет, такой чисто, чтобы девочки маленькие обклеивали. Оближу. Это местный Бибер такой, понимаешь? Чтобы девочки обклеивали плакатиками все. Я как Гоша Рубчинский. Это же тоже первый клип. В 16-м году. Блин, так выглядит на самом деле палевно вообще жестко. Как будто чуваки просто шли на телефон, снимали и все. А может таки было. А, ну, кстати, да. Там же бюджетов не было. Бля, слушай, прикольно сняли, давай клип сделаем. Ну да. Смотри на меня, самый... На ширик какой-то. Я не слушаю Алексеева, а он так давно существует, с 14 года, ничего себе. О, с 94 года. Ой. Слушай, голос как будто не изменился у Меладзе. А такое ощущение, как будто 60-го. Ну, качество такое. Мне нравится, как Фейс ходит просто по каким-то коридорам возле лифтов, а Элван ходит по магазину. Такой, смотрите, кроссовки красивые, покупать не буду дорого. А, вот, это была самая первая песня? Слушай, «Биология». «Биология» первая песня. Да? Ну, там до хрена песен. «Луна-луна». Ой, я не знаю такого. Такую? Такой, девушка. Какой песни, в смысле? А, да, они с ней на Евровидение. Тоже 7-й год. Это первый клип? Да, они с ней на Евровидение пошли, а потом уже пошли дальше. Это вот, я не знаю, исполнителя. Марсель. Ого, как будто сексуальное дыхание делал. Может, и делал. Воробьев. Одиннадцатый год. Ой, четко вообще было. Вообще по-другому читал. Здесь словарно возможно. Офигеть, просто обычный рэп по звуку. Ничего не выпинешь, нихуя не выпинешь. О, поле танцы. Ой, а мне кажется... Ретро-песни. Мне кажется, очень древние. Да. А под нами простирались океаны. Ну, слышал, ЛСП. Это где-то в Беларуси явно снимал. Да, да. А, нет. Ой, 88-й год. Блин, ну как будто сын, а диги, да, так вот. Ну, похоже на качков. Ты слышал песню? Она очень популярная. Да? Серьезно? Ладно. А, вот это меня. Друг мой, не отрекайся от меня. Нелюбимая. Почему? Я тут даже не слышала. О! Вот, а я знаю не вот эту песню. Сергей Лазарев, Влад Топалов. Вот они, Smash. Спрашивала, я говорю, группа Smash. Такой, я не знаю, что это. Они же эту песню пели. Сейчас скажу, какое. Сейчас. Ты, наверное, слышала, да, но у меня самая популярная для них была
какую-то, не пели, типа, молитву, не, не, не молитву, какая-то «О, Боже, дай мне сил, все задумано успеть». Смотри, какие. Это Макс Барских. Мое тело, душа, чувствую тебя этой ночью. О, это Джиган? Сам Джиган? Ой, он весь не накачанный еще. Он вообще как-то себя не похож. Подожди, Джиган же лысенький, нет? Да, он какой-то волосатый, худенький. Да, видишь, какой молодой. Как будто его какой-то вообще сын, я не знаю. О, у меня был диск с Максим, розовенького такого цвета. Вот это была суперпопулярная песня. Блин, я такая пиздючка была. Ну, по сути, да, сколько мне было лет? Это был 2005 год, вот он только появился. Это мне было где-то, наверное, лет 12, когда это была песня. Мы на все такие ходили. О, Максим, классно! О, и все женщины с именем Наталья от этой песни глаз дергается явно. Шо, Фарон? А, 2002 года, 2014. Это 2002, это, видимо, год выпуска. Бля, да, тоже очень 12 года, песня. Да. Ого, 86 года. Прикинь. Он усачего похож. Да? Потап и Настя 2006-го. Такую песню не видел. Я другие знаю, какие. А, это же тоже белорусская вроде. Да. Это супер популярная песня. А эту песню как-то слышали, нет? Они похожи. Ну, манера исполнения, да. А, это я знаю. Слышал, нет? Я похожа на волка. Ой, на луну, ой, на луну. А, слушай, так Ленинград не такая старая группа, 98-го, я думала, они еще старше. Ну, что, не старая, старая? А, эту я знаю, да. Ее вечно все в караоке, если честно, орали. У нее еще ритм так странно сбивается, сложно петь. Би-2 тоже 98-го. Так, вообще как-то на себя не похожи. Ой, Критик. Ой, ты такой воренький. Стану, не замечая глубины. Здесь никого нет, кроме нас. Видишь, как-то новых куча исполнителей именно с 15-16 года появилось. Добро. Делай, как знаешь, и не слушай. Чувак с телефоном просто бежал и снимал. О! О! 76-й, прикинь. Смех был психбольного, да, типа? Ну так надо Джокера, было. Джокера, знаешь? Так надо было. А, Маруф. Слышал. А, Маруф что-то слышала я. Я составить тен, да, Танкор, КВН, какая-то была песня. Они что там раз изначально какой-то рок пели, но вообще на себя не похож. Ого, а мне ничего не поменялось. Как будто сейчас песню включили, ничего. Съемки поменялись чуть. Ice Peak с 14-го. А эту песню мы не слышали? Нет. Мы слышали другую. Другие, да. Артик и Асти. Я не знаю, такой, знаешь, популярная группа, но мы такую песню не слушали. А поэтому Чак. О, знаешь, что песня? Я ваш рэп. Понятно. Ты фальсет, не тоже улично снято все. Нет, такого исполнителя не знаю. А, вот, это что, думаю, что знакомое. Это кавер на Maroon 5, да, понятно. Что-то не понял, что-то не то. Да, думаю, что-то не похоже. Нет, мне кажется, раньше, раньше. Я знаю, где мы видели Хабиба. Мы смотрели шоу песни. Да, и там. И там было шантай. Не, может, песня, ну, то есть клип появился первый, видишь, первый клип. А, клип, да, песни там просто не исполняли. Песня, может быть, и раньше. Ой, я сначала подумала, не Краймбрери, я думала, это знаешь, есть там такая блогер Крамбэйби, да? Да. Просто чем похожие ники. Слышал? Нет. Должен. Как ты не слышал? А как же блог Земфиры перед мультиками покемонов? Я песни не слышал, слышал другие. Может, другие? На спид не показывали? Одни и те же, наверное, это не показывали. Прохочешь апельсинов, хочешь вот этого, да? О, белорусских. Рассвет. Это мы не слышали. Причем, смотри, три. Кто-то ходил... Монатик. Монатик, ладно. Сначала кто-то ходил по магазинам, снимал, кто-то ходил по подъездам, а Тима Белорусский первый клик снимал на детской площадке. Нормально. Тоже какой-то тут такой маленький. Слушай, ну как-то
Тема песни не поменялась особо, да? Вот, первый клип, вот. Мы не хотим спать, а то не то было. Да, потому что слишком модный. Плейлист, слушай, ну прикольно, так проностальгировали. Да, поняли, слушай, какие мы старые в некоторых моментах, потому что мы такие, ой, я в детстве слушала эту Бьянку. Нам у нас, понравилось. Да, у нас там, знаешь, люди такие, в смысле, я в этом году родился. Ну не все, конечно, не все. Я думаю, что тоже много людей проностальгировало за старыми всякими песнями. Да, многие даже и не знал. Ну да, особенно новых исполнителей. Вот всяких там Бьянки. Нет, даже старых не знал. Да? Да. Клипы именно эти песни? Первый клип даже. Да, ну, знаешь, да. Какие-нибудь именитые. Слушай, ну то, что там тебе по Муз-ТВ крутили, кто-то и видел.